Бонжур, месье. Бонжур. Ça va? Oui. Мы здесь обедаем. Посмотрите, у нас сегодня какой красивый салат. У нас сегодня сыр с кумином. Очень вкусный сыр. Можно самим сделать. Добавить просто кумин. Рецепт обязательно сделаем. Теншери. Merci. Bon appétit. Merci. Мы уже пообедали, у нас было и мясо, и красивый салат, как вы видели. И сейчас десерт. Я свой десерт буду есть где-то минут через 40, потому что я чай не пью с десертом сразу же. Мужчины хотят сразу же. Что мы будем на десерт пить? Я, кстати, прорекламирую, бесплатно прорекламирую мороженое, которое нам очень понравилось. Это маленький производитель, вот, Л'Анжелис. Он выиграл приз в этом году, 2020 года. У него мороженое без консервантов, без пальмового масла, без глютена и без всяких красителей. Оно он у него сделано на сливках и на сливочном масле. Сейчас все покажу. Бёр и крем. Есть, конечно, у него сахар здесь, но черный шоколад. Как есть с черным шоколадом, есть с ванилью, держу камеру криво, и есть с карамелью соленой. Вот Владислав хочет, чтобы я купила с карамелью попробовать. Александр будет сейчас есть мороженка, а Владислав не захотел черный шоколад, поэтому он сейчас будет есть мой йогурт, который я приготовила. Сколько стоит? Сколько здесь грамм? 450 грамм стоит 4 с чем-то евро. Ну, конечно, по сравнению с Кардор, это золотая карта, Кардор тоже хорошая, но она стоит около 3 евро у нас в магазине. Я буду пить потом, через 40 минут, свой ферментированный чай, который просто замечательный. Покупала его в биомагазине и еще несколько, давно уже покупала, вам его рекламировала, тоже показывала, все рекламирую бесплатно. Его сейчас уже не продают, но он по-настоящему дорогой, потому что это супер чай. Я люблю черный чай для поднятия сил после обеда. Я буду его пить со своим шоколадом, который я сделала на кокосовом масле. И потом пойду погуляю. Александр у меня будет отдыхать, но перед тем, как гулять, почему он не пойдет со мной, он ночную был, ему нужно отдохнуть, поспать, потому что он после обеда снова на работу. Я буду делать, перед тем, как уйду, я буду делать заготовку на баклажановую икру. Вот подготовила чеснок, и у меня мои синенькие, которые я храню вот в таком мешочке. Они были не очень дозрелые, я их оставляю вне холодильника, в тканевом мешочке. И сейчас, перед тем, как уходить, на пару разрезаю прямо с кожицей, мою, конечно, разрезаю. И чеснок сверху. Чеснок можно чистить, а можно просто положить вот так. И где-то примерно, знаете, минут на 50, можно даже на 60, потому что нам нужно будет, ну, чтобы он был очень-очень мягкий, без кожицы, чтобы сделать потом баклажановую икру. На канале есть быстрая баклажановая икра, но я буду делать в мультиварке настоящую. А там легкий рецепт, масло оливковое, специи добавляешь, потом все уже готовое. И просто разминаешь, получается, с картошечкой. Очень-очень вкусно. Сейчас вышла на улицу, думаю, схожу по своим делам, прогуляюсь. И вот вернулась домой, ровно через 10 минут вернулась домой, потому что на улице, мне кажется, будет гроза. Там так душно, что просто невозможно идти, сердце выскакивает, бьется. Я думаю, не буду рисковать, еще и плохое самочувствие заработаю и под грозу попаду. Вот какой-то, знаете, как будто закон подлости. Уже третий раз я иду за масками. И меня как будто кто-то не пускает за этими масками. Может быть, не надо за бесплатными масками ходить? Как вы думаете? Я вот так даже задумалась. Раз пошла, не дошла. Второй раз пошла. Снова. Нет, первый раз пошла, вспомнить, не вышло, потому что дождь ливанул. Второй раз пошла, дошла до магазина. Вот чем плохо снимать на телефон. Раздается звонок, и все прерывается. Как я уже сказала, маски мне эти забрать не судьба. И сегодня, и, наверное, нужно было вернуться домой. Теперь у меня такой принцип в жизни, что я воспринимаю все так, как
надо. Если что-то происходит, значит, так надо и так в этой жизни лучше. А я сейчас буду делать свою кабачковую икру. Мои баклажанчики готовы. И запишу вам рецептик. Я снова сделала свой йогурт, но сегодня уже делала не на закваске, а на йогурте, который у меня остался. Получилось замечательно, но немного все-таки чуть-чуть пожиже йогурт получился. Но я думаю, в холодильнике будет нормально. Получилось у меня достаточно много. Нужно мне еще баночки прикупить, потому что вот эти большеватые. Но Владислав сейчас в таком возрасте, и он молочные продукты просто обожает. Напишите в комментариях, ваши детки любят молочные продукты или нет, и поэтому он может огромный йогурт съесть или даже два йогурта. Девочки, которые живут во Франции, написали, что тоже очень любят магазин Grand Fré. Он, конечно, замечательный. Последний раз мы поехали, там соблюдают все достаточно хорошо, и народу, если поедете в обед, то немного. Я там прикупила свое любимое масло, огромную сразу пачку взяла, здесь сколько грамм, 500 грамм пачка. И напомню вам, потому что я уже ее показывала, это масло, как оно называется, марка замечательная, производитель замечательный, и масло сколько здесь процентов жирности, сейчас посмотрю, 80, как все, 80, и ингредиенты здесь молоко и соль, все, больше ничего нет, поэтому, если кому интересует, у Grand Fré попробуйте вот это масло, есть маленькие пачечки, есть соленое, не соленое, а есть соленое. Но так как мы предпочитаем подсоленое масло, то я его беру. Вчера, когда показывала организацию своего холодильника, давала различные лайфхаки на втором моем канале, вышло два видео, кто еще не смотрел, обязательно посмотрите, много всего интересного рассказала, как поддерживаю чистоту, на каких полочках что храню, чтобы продукты были всегда свежие и вкусные. И рассказала про коврик еще раз для овощей, который сохраняет очень хорошо овощи и фрукты. Мне задали вопрос, где можно купить такой коврик. Я думаю, он продается во всех магазинах, особенно в магазинах, где продают овощи и фрукты. Вот у нас в Интермарше прям на полках овощи и фрукты, где находятся овощи и фрукты, лежат эти коврики, они есть разные, есть вот такие вот пористые, а есть прям новые какие-то, которые можно мыть, этот тоже можно, кстати, стирать, но мыть его неудобно, просто протирать неудобно, нужно стирать. А вот сейчас есть новые, которые можно мыть, поэтому посмотрите. А еще что я хотела рассказать про картофель, одна из моих подписчиц мне напомнила, как сохранить картофель, если он вне холодильника, и чтобы он не прорастал, просто-напросто вот в этот мешок положить яблоко, зеленое яблоко. И правда, я знала этот лайфхак, но постоянно забывала, поэтому напоминаю и вам этот лайфхак, может быть, кому-то будет интересно. И еще что я хотела спросить, то есть у вас совета. У меня здесь капуста, но небольшой вилок, и у меня есть квашеная капуста. Я никогда не тушила капусту вместе. Папа у меня тушил квашеную капусту, соленую, да, и свежую. Если у кого-то есть рецепт вкусный, напишите мне, пожалуйста, или просто расскажите, сколько нужно положить квашеной капусты, добавить, и сколько свежей капусты, чтобы было вкусно и не слишком так солено. Буду ждать. Всем огромное спасибо. Муж опять был в ночную. Его боты, обувь проветривается. И у нас замечательная погода. Передали погоду замечательную на всю неделю. Он сказал, что ночью никого не было на дорогах, даже если это суббота, сегодня воскресенье, потому что был дождь, прям ливень. Но вон природа радуется. И вы меня спрашивали про пляжи. Сейчас, если я пойду погулять, я вам все-все расскажу про пляжи, потому что пляжи у нас постепенно все открывают, но на пляжах у нас будут новые правила. И уже вот в Grand Мод, там жил у нас Кристиан, то есть у него была там маленькая квартира, это возле Нима, недалеко от Нима, пляжи самые такие, одни из самых популярных. Я вам расскажу, как там теперь будут загорать французы.
Александр у нас здесь работает. Бонжур, Александр. Бонжур. Сова. И я хотела задать вопрос, потому что это он мне про пляжи рассказывал, а ему рассказывал друг его. Поэтому, чтобы информацию не перевирать, как я говорю, давайте спросим моего мужа. Кома се спас сюр ля пляж чери? Il y a certaines plages qui vont réorganiser les baignades. Mm-hmm. Ils seront des baignades dynamiques. C'est-à-dire que les gens, ils auront un espace qui leur sera réservé. Динамичное купание будет. Ah. Mm-hmm. Ils pourront réserver la veille. Ah, il faut réserver. Ouais, sur la ville, le créneau horaire où ils veulent se baigner. Mm-hmm. Et ils viendront sur le bord de la plage. Il y a un agent qui contrôlera leur QR code sur téléphone. Il mm-hmm. leur dira l'emplacement où ils vont devoir être. Là. Et à tour de rôle, comme ça, ils iront se baigner et puis ils quitteront les emplacements. Ils pourront rester. Ah, comment réserver, tu sais pas? Sur le site de la commune. Je pense que par exemple, pour la grande motte, c'est ce qu'ils risquent d'organiser, quoi. Donc, voilà. Вот. Но эта информация, оказывается, прошла, что нужно будет зарезервировать, когда ты пойдешь на пляж, как мы поняли, за один день, ему рассказал друг. И на сайте этого пляжа, где находится этот пляж, в какой деревне, комьюнити, нужно будет зайти, они тебе пришлют специальный код на телефон, с этим кодом ты в свое время идешь на пляж, и там в это время ты купаешься, динамично купаешься, остаешься в своем квадрате, никуда не переходишь по пляжу. Со срадюршери. Это 4 метра? 3 метра? Ну, это минимум 5 метров. А, 5 метров твой квадрат, вот ты можешь 5 метров в этом квадрате. Il y aura des courants de circulation, des endroits pour entrer, et des endroits pour sortir, pour pas que les gens se croisent. А, понятно. И будут отдельные входы и выходы, чтобы люди не пересекались друг с другом. То есть ты идешь на пляж со специальным кодом, у тебя сканируют этот код, ты остаешься в своем квадрате примерно 5 метров, быстро купаешься и выходишь с этого пляжа, не знаю, сколько времени там можно находиться. И вот так вот будет, представляете? Вау, c'est pas pratique, а? C'est pas le repos. Я говорю, не очень практично. Сейчас буду наполнять свой аромакамень. И вы меня спрашивали, Лена, каждый раз, когда ты наполняешь, ты меняешь различные эфирные масла? Нет, я продолжаю одно эфирное масло у меня с запахом меда. Почему? Потому что камень, даже если запах чуть-чуть исчезает, он продолжает пахнуть. И я подумала, что нужно доиспользовать сначала одно масло, потом, когда камень уже не будет совершенно пахнуть, тогда я смогу использовать уже какое-то другое масло. Кстати, моя подруга мне прислала различные масла эфирные, и там и лаванды, ну, целую коллекцию. Если вам интересно, то я обязательно покажу, потому что они нашего производства, не французского производства, а, наверное, я не посмотрела, чьего производства. А вот у меня эвкалиптовое здесь стоит. Вот, кстати, эфирное масло эвкалипта. Мы с ним ингаляцию делали. Кто производит? Нужно мне здесь почитать. Производит. И есть эфирные масла, и она мне прислала прям специальные масла, маленькие такие. Можно добавлять вот в этот камушек. Поэтому, если вам интересно, напишите в комментариях. Я покажу теперь мою большую коллекцию. А сейчас я наполню, и у нас будет запах. Теперь, так как в Провансе тепло, мы постоянно открываем дверь, и вот воздух, когда заходит, ветер, особенно когда мистраль, то камушек так начинает пахнуть. Замечательно. Если у вас есть возможность, приобретите. Я очень-очень советую. Стильно и красиво. Хотела похвастаться, смотрите, что у меня появилось. У меня появилась ночная сыворотка Алтай. Мой Алтай в Провансе. Моя подруга мне выслала, говорит, попробуй. Как увидела Алтай и решила мне прислать. Это ночная сыворотка на травках, натуральная. Я буду пробовать, потом вам расскажу. И еще чистая линия. Какая-то новая тоже дневной крем. Фитотерапия, так как я люблю все натуральное, на травках тоже. Кто пробовал, напишите, как вам. Это здесь с каким-то редким растением, акебия. Я даже такую не знаю. Так что все буду пробовать, все натуральное. Я вообще очень мало
использую теперь косметику, но иногда хочется что-нибудь натуральненькое. Буду с вами прощаться, пойду по своим делам. И всем до новых встреч на канале «Жизнь сибирячки во Франции». Я вам всем очень-очень рада. Спасибо, что вы остаетесь со мной. И если вам такие домашние блоги нравятся, поставьте пальчик вверх. Меня это поддержит.